Я рада приветствовать всех на моем канале. Сегодня поговорим о 7 вещах, которые сделают любой образ безупречным. Белая рубашка. Она универсальна и практична и подходит абсолютно всем. Она освежает образ и молодит. Самая элегантная обувь – это лодочки на шпильке, которые никогда не выйдут из моды. В таких туфлях женщина всегда выглядит эффектно и женственно. Классические лодочки на шпильке визуально удлиняют ноги. Шейный классический платок – это must-have женского гардероба. Такой аксессуар преобразит любой образ, делая его утонченным и элегантным. Жакет – это must-have женского гардероба. Он актуален в любое время года. Подходит для любого стиля одежды. Подходит для офисного, делового и для создания нежных романтичных образов. Незаменимая вещь в женском гардеробе – это черные классические брюки. Хорошо сочетаются с блузами, кардиганами, пиджаками, топами, футболками. Теплый, уютный кашемировый свитер природных оттенков. Он легко впишется в любой образ. Украшения подходят всем женщинам. Они стильно дополнят любой образ и помогут вам быть всегда в тренде. Микротренд 2020 года – это модный пояс. Надевая пояс, вы мгновенно становитесь элегантнее и стройнее. Любимый аксессуар всех женщин – это сумочка. Такой аксессуар выигрышно подчеркнет ваш образ. Сумка не обязательно должна быть брендовая. Выбирайте качественную из кожи, без декора. И тогда она вам прослужит не один сезон. Роскошное платье на запах. Оно всегда скрывает все недостатки фигуры и выгодно подчеркивает все ее достоинства. Пальто должно быть качественное и хорошо сидящее по фигуре. В женском гардеробе должно присутствовать пальто на все случаи жизни, для делового образа, повседневного и вечернего. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока!